27 июля 2017 года компания Huawei представила в России два новых смартфона из линейки Nova. Это Huawei Nova 2 и Huawei Nova 2 Plus. На презентации состоялся розыгрыш. Я, к своему приятному удивлению, оказался среди выигравших этот смартфон, поэтому вот сейчас быстренько сниму такой первый взгляд с распаковкой, ну а дальше попользуюсь этим аппаратом и сниму уже полноценный обзор по результатам использования. Различия между Huawei Nova и Huawei Nova Plus исключительно в диагонали дисплея и емкости аккумулятора. В Huawei Nova Plus диагональ дисплея 5,5 дюймов, а емкость аккумулятора 3300 с чем-то, не помню, миллиампер часов. Это аппарат Huawei Nova 2 просто, у которого диагональ дисплея 5 дюймов и емкость аккумулятора 2950 миллиампер часов, ну, считайте, 3000 миллиампер часов. Вот в такой коробочке поставляется аппарат, написано Huawei Nova 2. Открываем, вот так вот лежит смартфон. Сейчас мы к нему вернемся. Сначала рассмотрим комплект поставки. Я уже посмотрел его и могу сказать, что он меня абсолютно удовлетворил, потому что в нем есть все необходимое на самом деле. Значит, здесь у нас вилка. Вилка на 9, видно. Значит, как вы видите, поддерживается быстрая зарядка. Huawei заявляет, что где-то около полутора часов займет зарядка полностью аккумулятора. На самом деле верится в это, потому что 3000 мАч – это не бог весть какая емкость. Значит, далее в комплекте шнурок Type-C на microUSB. И вот такие наушники. Не знаю, не пробовал их еще, но выглядят они достаточно презентабельно. Сейчас покажу. Вот такие вот а-ля айфоновские наушники. Ну, попробую их чуть попозже и расскажу, как они в действии. Думаю, что неплохие, хотя, ну, конечно, бывают и получше. Во второй коробке у нас всякие бумажки и, собственно, чехол. Не знаю, насколько вы им будете пользоваться, но вот чехольчик такой простой, но тем не менее в комплекте он есть, и это приятно. Так, теперь уберем все коробки и обратимся непосредственно к смартфону. Пленку я еще не снимал. Сейчас при вас сниму. Вот такой вот аппаратик 5-дюймовый. Очень приятно лежит в руке. И, собственно, первое включение. Ну, пока рассмотрим. Значит, что мы здесь имеем? Как вы видите, поверхность а-ля P10 Huawei. Пластиковые вставки с антеннами практически у края, и их совершенно незаметно. Полностью алюминиевая крышка, но он цельный. Так вот выглядит. Значит, он в нескольких цветах. Есть черный. Черный выглядит очень хорошо. Вот мне достался такой вот
голубой или синий. Тоже не жалуюсь, выглядит очень хорошо. Такая матовая, приятная поверхность, и цвет тоже достаточно глубокий голубой. Есть еще бежевые и, по-моему, есть какой-то золотой, который на самом деле больше похож на зеленый, тоже достаточно приятно. Значит, сразу скажу, ну, давайте сначала. Войдем. Ну вот при входе выдал такое сообщение аппарат по поводу датчика сканера отпечатка пальцев, с помощью которого можно отвечать на звонки, листать фотографии, включать и выключать будильник, открывать панель уведомления, ну и смотреть фотографии. Значит, разблокировка экрана, доступ в личность, в личные и заблокированные приложения. Регистрируем датчик отпечатка пальцев. Зарегистрировали один, во всяком случае. Пока больше регистрировать не будем. Ну и, собственно, пошли в меню. MIUI 5.1, Android 7.0, если я не ошибаюсь. Да, Android 7.0. На экранные кнопки. Значит, в чем главное и уникальное свойство этого аппарата, ну, обоих этих аппаратов, и Nova 2, и Nova 2 Plus? Оно заключается в селфи-камере с матрицей в 20 мегапикселей. Ничего подобного на рынке до сих пор не было, и, конечно, в первую очередь, я думаю, этот аппарат адресован любителям селфи, может быть, представительницам прекрасного пола. Во всяком случае, я думаю, что девушкам и женщинам, особенно Nova 2, достаточно компактный, очень приятный в руках. Вот прям такой приятненький, маленький, ну, по нынешним временам, маленький смартфончик. Думаю, что этот аппарат очень понравится. Основные камеры, их здесь две, в отличие от обычной Nova 2, которая была выпущена где-то полтора года назад и была похожа очень на Nexus 6P. Значит, одна камера здесь на 12 мегапикселей, вторая камера на 8, одна с широким углом, вторая портретник. У одной камеры, если я не ошибаюсь, ну, подробнее на самом деле про камеры расскажу чуть попозже, уже когда попробую их в действии, что называется. Вот так вот выглядит меню камер. Думаю, что лучше подробнее рассказать потом. Вот такой вот аппарат. Внизу у нас слот для наушников, разъем, точнее, разъем Type-C для зарядки, динамик. Ну, динамик можем попробовать и сейчас, хотя по тем звукам, которые я уже слышал, видно, что динамик достаточно хороший. В общем, думаю, звонок не пропустите. По поводу дисплея, ну, Full HD разрешение,
нареканий, я думаю, к этой IPS-матрице быть не может. Все прекрасно. А, собственно, что еще хотелось бы рассказать? Ну, не знаю, вспышка не двойная, обычная. Не знаю, насколько это недостаток. Выглядит аппарат просто чудесно. 2,5D стекло на поверхности. Ну, по поводу олеофобного покрытия вы видите какие-то отпечатки на нем вроде как остаются, но если протереть, то буквально за одну протирку, так сказать, все уходит. Сканер, как и водится у Huawei, просто космический. Разблокируется все мгновенно. Шторку почему-то пока не открывает. Наверное, надо как-то настроить. Ну, настраивать так отпечаток, вызов, включение. Да, вот оно включается. Просмотр фото пока не будем включать. Да, вот она включилась. Ну, в общем, вот такой вот аппарат. Кратенький будет этот обзор, собственно, распаковка и первый взгляд. На две сим-карты, естественно, слот, две нано-сим или одна нано-сим и microSD на до 128 гигабайт. Встроенной памяти здесь 64 гигабайта, оперативки 4 гигабайта, так что никаких проблем со скоростью здесь быть не может. Что касается процессора, он здесь HiSilicon Kirin 659. Честно говоря, я с этой платформой не знаком. Ну, она каким-то образом относится с Qualcomm Snapdragon 652, хотя техпроцесс у Qualcomm лучше, там, по-моему, 10 нанометров, здесь 14, но это совершенно не принципиально. Думаю, что аппарат со всеми бытовыми, во всяком случае, задачами справляется на ура. Выглядит он вот так вот. Значит, по ценам Nova стоит, Nova 2, точнее, стоит 24 тысячи, Nova 2 Plus стоит 26 тысяч. Но Nova 2 Plus, на мой взгляд, чуть-чуть дороговато, потому что те, кто за 26 купит Nova 2 Plus, соберутся купить Nova 2 Plus, я бы, может быть, им посоветовал обратить внимание на Honor 9, который стоит 27, но там все-таки процессор другого уровня, HiSilicon тоже, но флагманский. А что касается обычной Nova 2, то, на мой взгляд, это как раз очень хорошая цена. Конечно, можно за те же деньги даже чуть подешевле взять Honor 8, но Honor 8, он все-таки уже полуторагодичной, ну или годичной давности. Хотя тоже аппарат прекрасный и для девушек, и для мужчин вполне сгодится. Единственный минус по отношению к Nova 2 это то, что в Nova 2 вот 20-мегапиксельная фронтальная камера. Действительно, ничего такого на рынке до сих пор не было. И тем, кто хочет делать, ну, прям очень качественные селфи-фотографии, я думаю, что равных этому аппарату не будет. Видео снимается, насколько я понимаю, Full HD. Так, есть поддержка RAW. А, только в профессиональном режиме, но есть поддержка RAW. Вот так вот выглядят настройки. Ну, с автофокусом, со всеми прочими вещами есть профи режим видео.
с ручной фокусировкой в том числе, по-видимому. Ну, в общем, все круто. И подробнее об этом аппарате расскажу где-нибудь через месяц. Попользуюсь им и расскажу, и покажу, в частности, фотографии. Вот такой вот аппарат. Дико рад, что я его выиграл. Ну и вам, думаю, он вполне понравится, если вы его приобретете и будете им пользоваться. Пока все, спасибо.